Во время съемок экстремального шоу Наталья Рудова жила впроголодь. Согласно правилам проекта, участники должны были сами добывать еду, так что наслаждаться разнообразными блюдами возможности не было. Вернувшись домой, артистка решила восполнить пробелы. Вместе с подругой актриса отправилась в элитный ресторан на Рублевке. Девушки заказали изысканное блюдо с морепродуктами. Выйти на связь с подписчиками знаменитость смогла лишь спустя почти двое суток после рокового ужина. Несколько помятая и явно обессиленная Рудова сообщила, что с вечера пятницы лежит в постели с сильнейшим отравлением. Двое суток актриса не могла ничего есть и ощущала чудовищную слабость. «Лежу весь день в кровати, умираю. Не могу есть, болит желудок. 2 дня на смарку». В пятницу жестко отравилась в одном ресторане на Рублевке, до сих пор плохо. «Не ешьте морепродукты сейчас в ресторанах», — поделилась с фанатами Наталья. Неприятность случилась с артисткой в последний съемочный день сериала «Рынок шкур», так что прерывать работу не пришлось. Впереди у Натальи очередной кастинг. «Сил вообще ноль. Никак не могу проснуться. Завтра надо ехать на пробы, а я просто не могу 2 слова запомнить», — пожаловалась страдающая Рудова. Напомним, что в сериале «Рынок шкур» партнером Рудовой по площадке стал скандальный актер Павел Прилучный. Звездам пришлось вместе отыгрывать крайне откровенные сцены, но актриса призналась, что чувствовала себя комфортно. Прилучный, по ее словам, оказался очень заботливым и удобным коллегой.